Поспешишь, людей насмешишь. После ремонта на малой дороге вдоль проспекта Республики спустя неделю появились ямы и трещины. Автовладельцы возмущены качеством наскоро проведенных работ. Подробнее в материале нашего корреспондента Батагоз Батырбековой. Оно все дышит. Вот. Это потрескано. Вот если здесь оно более-менее, то там уже все. В одном из июльских репортажей мы рассказывали о строящемся сквере вдоль проспекта Республики. Тогда власти обещали сдать работу ко дню шахтеры. И действительно, сквер уже радует местных жителей. Однако качество отремонтированной дороги оставляет желать лучшего. Режет глаз уже вновь появившиеся ямы и трещины на асфальте. Тяп-ляп сделали и всего лишь навсего. Деньги на ветер, можно сказать так. Яма, конечно, есть. Ну вот вы посмотрите вот здесь вот. Тут вообще битум, по-моему, не присутствует. Вот. Она шелушится как. Первый вот ливень, если дорога-то под уклон туда идет. Вся это смоет, это к чертовой матери. Так нельзя так делать. Акимат пока комментарии давать отказывается, ссылаясь на то, что работы до конца еще не завершены и рано говорить о недочетах. Жители, в свою очередь, надеются, что отмеченные недостатки будут устранены на завершающем этапе. Властями действительно проделана большая работа на радость карагандинцам. И при устранении недоработок Караганде станет еще на одну благоустроенную улицу больше. Батагоз Батырбекова, Дмитрий Оборок, Бауыржан Ермагамбетов, 5 канал.